Всем привет, с вами я. И мы сейчас начнем играть в замечательную игру Stickmate Party. С моим соперником. С суперсоперником, ты забыл сказать. Да, с красным. Так, сейчас у нас будет чемпионат мира по футболу. Мы выбираем 4, чтобы мы могли всеми управлять. Я зеленый и синий, а мой соперник красный и желтый. Так, я красный? Да. И выгляжу опасно? Да. Все правильно? Слева синий, справа красный, так я выгляжу опасно! Так, почему у меня пакет на голове? Потому что я его купил за 7 тысяч. Чтоб я не видел мяч? Да. Угу, да. Хорошая стратегия. Просто замечательная. И я тебе добавил огонь, чтоб ты все футбольное поле это сплавил. А, это шлейф, это у меня огонь, да? Да. Я его сам купил за 3 тысячи. То есть на этом персонаже у меня 10 тысяч. Что-то пока ты, короче, разговаривал, тут мне уже второй раз... Да. Второй тайм прилетают мячи, а я ничего сделать не могу. Да, с этим я не спорю. Это честно? Это все честно. Мне кажется, это вообще не честно. Это все очень честно. Да хоть мяч в руках подержать. Точнее, в ногах. В ногах? Ноги разве это руки? А руки это ноги, да? Так, стопэ. Смотри, выход один на один. И будет сейчас гол. Это было очень четко. Рано радуешься. Как рано радуешься? Потому что у меня уже победа. Действительно рано. Это было все. Я, кстати, за индейца. Это все была тренировка. Видишь ты, ну что ж такое. Это, кстати, сейчас настоящий турнир. А, все, да, игра? Да. Это не тренировка? Нет. Ну, сразу бы сказал, я бы начал играть тогда. Подожди, у меня что-то желтый подзаснул. Ну, давай. Вообще там спит. А у меня синий вообще спит. Оп. Спасибо за пас. Да, желтый не спас положение. Да, вообще не спас. Выход 1-1. Оп. Подключается. Вратарь спасает. Пасуй. Вратарь у тебя хороший. Молодец. Ты про меня? Нет. А про кого? Я про своего вратаря. Обвел и не завел. Ну все, это уже безоговорочная победа. Да. Настоящая безоговорочная победа. Сейчас я покажу тебе, как это делается. Вот так это делается, да? Ты это хотел сказать? Да. Ты про кого? Да про я, меня? Наверное, сейчас вратаря буду увольнять уже. Выгоню его из команды. Все. Вместе с желтым. Гоу. От них толку? Вообще никакого. Ну, хоть туда, куда ты пнул. Хоть как-то. Оп, ты видел, какой я сделал? У тебя индейец шустрый вообще как бы. Викинг у меня вообще медленный. Да что ж такое-то? Да блин, я гол не забыл. Я гол забить не мог. Сейчас я ему увольнительную подпишу и все. Может, тогда начнет играть. Давай. Спасибо, желтенький. Я тебя обожаю. Соперник, ты знаешь, что нельзя пробегать через вот эти вот поля белые, которые возле этих? Да? Да, и вам тоже, зрители, да мне бы хоть мячик подержать бы. Хоть чуточку. Нет, не хочу, чтобы ты... Ну, мяч... хоть маленечко. Нет. Пожалуйста. Нет, а еще раз нет. Мне бы хоть чуточку его подержать, хотя бы миллисекунду вот подержать вот так и забить гол. Так, желтый подключается в игру. Давай. Пусть он подключается в игру. И у него не получается. Нет, не получается. Наоборот, желтый, он наоборот для меня положение улучшает. Красный он хоть какой-то сильный. Какие-то у меня они все сонные, какие-то медленные какие-то. Стой. Так, вот желтому случайно мяч прилетел. Это был не пас, просто случайно. Оп, обвел. И... Гол! 1-1. Счет 1-1. Внизу и сверху написано. Сейчас тренер покажет. Как надо забивать голы, да? Оп. Я понял, тут, короче, надо быстро взять мяч. Угу. Видал, какой у меня шлейф сзади? Да. Который я купил за 3000. Он просто такой мощный. Кстати, ты знаешь, что этот шлейф дает ускорение? Ну, что-то я не вижу вообще никакого ускорения. Мне кажется, он замедление больше дает.
Игра в одни ворота идет. Давай, вратарь, давай, вратарюшка, не подведи. О, молодчинка. И это будет сейчас эпично. Эпичное непопадание в ворота. Красиво было, спасибо за пас. Спасибо, соперник. Ты мне очень помог. Стой. Главное вот так вот делать и победа. Так, главное вот так вот подвести. Гол! Ну, проем. Ну, проем уже. Ну, что? Что не так-то в этом мире? Не дам. Повел. Обвел. Вышел один на один. Не дам! Нет! Гол! Вот. Но все равно было... я выигрываю все равно. Очень красиво, я тебе дал пас. Обвел. Нет. О, какое владение мячом. Какая перепасовка была. Тут не футбол, а теннис какой-то был. Кстати, скоро тут должны, по-моему, теннис добавить теннис должны. Так, надо бы с футболом разобраться. Нужно до тенниса. И, кстати, мы еще поиграем на двоих в это. В... Сейчас это последняя карта, и мы поиграем, наверное, в понг. Что такое понг? Пинг-понг. А, пинг-понг. Погоди, пинг-понг. Это разве не теннис? Нет. Спасибо, вратарь. Вратарь, пасуй. Спасибо, вратарь. Спасибо тебе, вратарюшка. Не тому пацану. Ну нет же, Ода. Ода. Желтый. Не подведи. Оу, найс. Не подкачай. Подкачал все-таки. Ну, а тут вратарь просто, спящая ворона. Посмотри, он вообще ничего не делает. Это мой вратарь точно так же стоит. Кстати, вы знаете то, что синие сильнее, чем красные? А. Да. Ты читер, что ли? Да. И к тому же, если вот такая вот вещь... Давайте сейчас эту карту мы играем и поиграем чуть-чуть в понг. Две карты. И продолжим чемпионат. С футболом слабовато как-то. Да. Вообще, футбол не зашел. Да, для моего соперника это не футбол, это какая-то просто... Ну, я первый раз. Ага, первый раз. Мы с тобой уже тренировались 15 раз. Так, значит, сдал сейчас меня. Мы выходим в меню и понг. Играем на двоих? Угу. Нет. Угу. Вот в это. Угу. Так. Вот он я синий. Угу. Короче, вот так вот мячики летают. А, ну это легко вообще. Надо их отбивать. Блин, мне забили уже. Это что-то у меня туда все как-то. Блин, мне опять забили. А-а-а. Блин. Я понял. Я победил. Ну, это естественно. Что-то почему-то всегда побеждаешь. Поэтому ты меня, наверное, берешь играть? Стоп. Сейчас мы сделаем одну классную вещичку. Так. Ну давай, удиви меня. Стойте. Сейчас я хочу кое-что изменить у меня. Смотрите, четвертый, он будет вот этим. Второй игрок. Ну-ка, я хочу посмотреть, изменится что-то? Ой, не футбол, мне не кажется, футбол. Мне футбол. Кажется, изменится то, что ты меня в два раза еще сильнее будешь выигрывать. Так вот он. Какие-то махинации свои проводят здесь. Никто ничего не понял. Вот именно. Нет, это так не работает, жалко. Грустненько. Эй, ты чего стоишь? Да, нормально. Мне гол забили. Все под контролем. Уверен? Только не моим. Нет. Ей, я победил. Да. Я хочу в кое-что поиграть еще раз. Четыре игрока. Угу. Короче, я стою зелененький. Четверо. Я зелененький. Четверо это уже веселее. Желтому вообще везет. Он. А может быть, ты скоро сейчас вообще это проиграешь? Нет, такого не может быть вообще никогда, априори.
Уверен? 100%. Блин, мне голос... А, нет. Угу. Ой, я могу сейчас стоять на месте, и все четко идет. Угу. Так, так. Игра накаляется. Так, погоди. Что, погоди? Мы вдвоем остались? Да, мы вдвоем остались. Угу. Ну все, тебе конец тогда. Конец? Не конец. Я говорю, конец. Стоп. Стоп. Стоп, кто победил и кто в итоге победил? Да. Давайте поехали. Погнали. Погнали. Я на самом деле это раньше. Была моя самая нелюбимая игра Pong. Да? Да. Но сейчас она моя самая любимая. В нее очень просто играть. Просто вот так вот пинг-пинг и все. Главное, ой-ой. Главное распробовать эту игру и все. Может, вам она тоже не будет вначале нравиться, но потом понравится. Угу. Так, сейчас. Ну, она на реакцию. Сейчас тут нужна очень что-то... хорошая реакция. Прям. Да, тут нужна прям очень хорошая реакция. О, давай, я. Ты сейчас зеленый. Угу. Ну, короче, зеленый победилась я. Легко было. Да. Ну все, сейчас. Смотрите, я как понял. Я танцую. А, то есть ты танцевать успеваешь? Да. Пока я напрягаюсь здесь. Это танцую. Видишь, я танцую. Ну, посмотрите на него. Я танцор. Постой, тебе еще ни одного гола не забили? Да мне тут, мне кажется, все голы мне забили уже. Все, которые возможно было, все забили мне. Ай. Угу. Что ты... в футболе, что в пинг-понге. Ну, все просто. Ты чего, мячики? Кстати, мой соперник... красный с пакетом на голове, а я индеец. Мы еще вдвоем остались. Так, тихо, так, тихо, так, тихо, так, тихо, так, тихо, так, тихо, все под контролем. Тихо, 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 тихо. Ничего тихо, жизнь, у тебя не жизнь, получится. Жизнь, 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 тихо. О, два. Попустил. Ты победил. Первый раз. У меня дебют. Что за дебют? Дебют? Это значит первая победа. Я на самом деле знал то, что такое дебют. Просто я для своих зрителей, чтобы они узнали, что такое дебют. Дебют — это первое выступление или первое... Да, дебют. Первое выступление, которое тебе уже все, кто можно, позабивал. Да. Давай, играй за синего. Позор. За синего играй. Играю. Он точно так же. Блин. Играю. Блинчики. Блинчики мои. Ой-ой-ой-ой. Видите, когда шарика там танцует? Да. Индеец победил. Давайте. Понг продолжается. Понг. Жестокий понг. Как-то мимо. Целился и все равно мимо. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Главное тут иметь реакцию, как у не знаю кого. У ниндзя. У ниндзя реакция не такая, как у нас. У ниндзя реакция просто шорох. И все. И он уже тыщ-тыщ-тыщ. В битве. Не было. Мимо, мимо. Ой, попал. Ай-яй-яй, тяжело-тяжело. Блин, два мяча. Ай. Мне осталось один мяч забить, и все, и я проиграю. Все, мне кажется, сейчас каранты. Нет! The end? Да, тебе the end. Я уже это увидел. Тин-т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 ин. Пиу-пиу-пиу-пиу. Не, ну это весело, конечно, но мне что-то мне... Пять мячей, все мимо. Я ничего не могу поймать. Давай за синего играй, за синего играй! Играю за синего. Теперь, ой, мой соперник за синего играет. Да. Что-то это как-то не очень. Может, синему больше повезет. Ай! Нет. Мне больше везет. Есть желтого мы прогнали, так сказать. Сейчас. Стой. Очень смешно. Что-то как-то очень... Ой-ой-ой. Шариков много. Мне аж страшно.
Все, больше не могу. Последний решающий раунд футбола. Так, отвлеклись маленько. Хорошо. Футбола? Так, футбола. Сейчас я за зеленого. Все, меня он так и не снял. Пакет с головы. Все с этим пакетом бегает. Я думал, хоть в перерыве додумается снять. Перерывов у нас нету. У нас бесконечные битвы между друг другом. Бесконечность, потому что не предел. Да. Бесконечность не предел. Стой. Кто смотрел «Историю игрушек 2»? Ой, стой. Точнее, «История игрушек 1». Стой, стой. Ну подожди же, пощади. Да. Нет, я не хочу сидеть. Пощады не будет. Вообще не хочу сидеть. Таксик. Ой-ой-ой, я залагал. Какой гол. Я пытался двигаться, но я лагал. Почему? Потому что. А, потому что, видать, справедливость. Да, справедливость появилась. Ну давай. Погоди. Что там? А, вот викинг. 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 Сейчас индеец, а не викинг. Ой-ой-ой. Привет. Да. Поехали дальше. Оп, стой, 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 стой. Сидеть? Мне не нужны... Мне не нужна пощада. Да. Ой-ой-ой, я опять... Да блин, опять справедливость. Я воспользовался моментом, но не... Что-то вообще как-то... Посмотри. Мне кажется, пустые ворота были бы, и он никто не забил бы. Да. Ну что это? Блин. Так, погоди. Желтого мне вообще неудобно играть. Но я все равно ее забил. Посмотри. Да что ж такое-то? Этот одноглазый что-то стоит. Ай, я не могу больше смеяться. У меня уже все болит. Зачем стоять? Так, стой, 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 стой. Стою. Стой, кому говорят. Стою. Так, ага, ты обманул меня. Понятно все, как твоя стратегия. Ты что делаешь? Так, обвел, 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 повел, 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 подвел. Викинг. И не довел. Вообще не довел. Сидеть? Ладно. Да, я добегу. Не надо. Так, финальный раунд, все. Да, финал. Золотой здесь финал. Здесь ты должен тебя сейчас победить. Кстати, до последнего гола играем. До последнего гола. Гола. Обвел и не завел опять. Да ты вообще везучий. Да уж. Да уж. Зачем стой. Ты это пытаешься сделать? Стой. Вопрос. Ну что? И в итоге победа за мной. Победил так победил. Ничего не скажешь. Угу. Ладненько. Пора. Подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал. Так что же ставьте делать? Лайки. Подписываться или подписываться? Подписываться. Угу. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И пишите в комментариях, какую еще игру мне снять. Ладно.